интересен чемпионат, если одна команда выше всех остальных. После первого круга становится чемпионом Беларуси. Да, но это сразу падает интерес и к самому чемпионату. И сразу у меня в голове сразу чемпионат Украины. Динамо Киев-Шахтер. Вот. Но это раньше было, вот, там, в 2000-х годах. Вот. Сейчас же на Украине там появились уже и Днепр, Днепропетровск. Ну это к тому же, что сначала были Динамо и Шахтер, да, да, а потом? Подтянулись и Днепр, Днепропетровск, Металлист, Харьков. Там, они уже тоже конкурируют с этими командами, с Киевом и с Шахтером Донецким. Вот. Сейчас же у нас намечается тоже вот, два клуба, которые будем ждать, может, через 3-4 годика появится еще команда, которая составит реальную конкуренцию, там уже Батэ и Минскому Динамо. Смотрел игры Динамо-Минск последние, и могу сказать, что приятно удивили, в хорошем смысле этого слова. И за последние, не знаю сколько, там, 5-7 лет, это самая сильная Динамо, которую я видел. Собиралась, да. Батэ, торпеда. Вот мы уже констатировали, что этот матч представляет собой некое белорусское дерби. Все-таки играют Борисов и Жодино, то есть территориальные близкие города. Вот в рамках нашего чемпионата Беларуси, насколько вот вообще принципиально такие матчи, и действительно придают ли им игроки, то есть действующие игроки, ну какую-то такую особую ценность? Батэ сейчас чемпион Беларуси уже на протяжении многих лет, и на фоне этого чемпиона любому футболисту, будь то там Жодино, будь то там другая команда какая в высшей лиге, хочется доказать спортсменам, самим футболистам, что они как бы тоже что-то стоят. Но еще, мне кажется, хорошее будет противостояние, потому что Игорь Николаевич Кривошенко там как бы работал в Батэ. Он тоже будет, тоже, я знаю, как он амбициозный человек, очень такой с характером, и тоже хочет доказать тому же руководству Батэ, что он очень хороший тренер, и что он очень прекрасная команда. Я хочу тоже вспомнить еще то обстоятельство, что все-таки вот с более-менее сопоставимыми соперниками в классе Батэ на своем поле, ну вот именно на Борисов-арене, вот предыдущие три матча играла с нулевым результатом, 0-0 было. Вот, то есть пока еще тоже не видно такой вот свободы и раскованности в действиях именно вот на своем поле как-то, когда именно я подчеркиваю, что команда, ну, скажем так, незаведомо слабее. Поэтому можно и в этот ряд, наверное, отнести и матч и с Торпедо, что, в принципе, он не выбился, хоть он получился там результативная ничья, но, наверное, тоже он в этой канве. И как раз исключением из этой канвы был вот тот матч 4-0, когда Батэ выиграл у Динамо Бреста.
Поэтому я думаю, ну, пожелаем Батэ все-таки как бы сделать надлежащие выводы и достойно, так сказать, представить самих себя и страну в стартовом матче Лиги Чемпионов. И мы констатируем то, что, судя по всему, у минского «Динамо» появился реальнейший шанс оторваться от борисовского «Батэ» на 3 очка, потому что все-таки «Динамо» играет в «Бобруйске» с аутсайдером нашего чемпионата, с предпоследней командой, поэтому, в принципе, можно предполагать, что достаточно высока вероятность того, что «Динамо» приедет оттуда с 3 очками, и таким образом получится уже общая разница 3 балла. Но это все сослагательное наклонение, посмотрим, как оно будет.